На стадионе в Брюсселе проходит необычная олимпиада. Все участники – пожилые люди. Но они с энтузиазмом соревнуются в различных видах спорта, начиная от эстафеты и заканчивая стрельбой из лука. Конечно, все состязания адаптированы под возраст участников. Многим помогают родственники или сотрудники домов престарелых. Я не так уж плох, я счастлив. Мне нравится участвовать в этом мероприятии, потому что здесь особая атмосфера. В этом году в Олимпиаде участвуют почти 150 человек из 12 домов престарелых. У себя на родине в Кот-д'Ивуаре я занимался спортом, но приехав сюда перестал. И только теперь я вернулся в спорт. Я доволен. Соревнования проходят третий год подряд. Их организовала мэрия Брюсселя, чтобы поощрить пожилых людей не забывать о физической активности.